В Петропавловске и пригородных селах продолжается эвакуация жителей. Спасатели отмечают, что население несерьезно относится к ситуации. Некоторые самостоятельно возвращаются в опасные зоны. Сообщается, что сразу в трех микрорайонах города сегодня произошли переливы через дамбу. Разлив реки Исиль оказался выше оградительных валов. Вода продолжает прибывать. Мы примерно видели, что вода примерно будет на полтора, ну где-то чуть больше метров выше уровня 2017 года. Мы из этого расчета сделали высоту дамб. Но неожиданно, во-первых, первая неожиданность – это очень большой лед был, он есть, который разрушал тело дамбы, которую мы надстроили. И, во-вторых, вода оказалась выше уровня. Спасатели уточняют, что подтоплению подверглись населенные пункты, в которые талые воды прежде не доходили. В противопаводковых мероприятиях участвуют сотрудники полиции, ДЧС, военнослужащие, курсанты Нацгвардии и волонтеры. Правоохранители эвакуируют людей едва ли не ежечасно. Всего по области затоплено 910 домов. Уже есть информация о возможной гибели человека. Сейчас она проверяется. С крыши дома был спасен человек, гражданин, фамилия пока уточняется, состояние алкогольного опьянения. С его слов, что они распивали спиртные напитки предварительно с братом. И вот во время прихода воды, данный человек, он говорит, они оба спали. И говорит, я, когда почувствовал, что идет вода, я начал его будить, он не отреагировал, я забежал на крышу. Где он находится и что с ним пока неизвестно.